Продолжаем. Это Кушо, что ли? А? Кушо. Летает как... Янхе. Звук такой, да? Да. Мое время как-то не закончено, это уже дополнительная платная услуга. За комментарии, за лайки. А мне этот говорит, за репост. Если это спорт, мы тебе скидку, ты на комментарии. Надо, дай мне их, я... скрин, что он тебе писал там, что ты делится. Ничего. Да я ничего не буду никому, но все не делаю. Что, типа, ты нафиг там? Да, блин, просто, ну, не так неадекватно прям. Он, конечно, не отослал, потом берегу блок, но он меня в ответ. Не, ну больше всего мне Бубис посылает Борис, конечно. Это правильно, сплетни. Кто? Борис вот этот. Какой? Ну, музыка. А? Ну ты понял какой, на который? На Черкизовской. Ну, этот сплетник, который ты назвал его. Да, да. Ой, это вот болтун такой. С ним. И этот с собакой тоже странный. Не, ну это нормально с ним. Ну давай, ну, он немного поругался, но чисто в игровых моментах. С ним никакой попасть. Надо как воробью. Как кто? Как воробью. Опа. Кто такие? Похож. Я, кстати, смотрел недавно, как немцы рубились на улице. Так, у них любительские теннис сильные. Это Корнео был, чувствовал? Напрягается. Да, сбрасывает, стряхивает почаще. Ну, у меня сейчас потом придет уже левый. И между ударами отдыхает. Как ты? Раз, ударил, отдых. Все, еще 5 минут. Все, 5 минут и подал. Раньше надо было мне проходить.
кстати, это, Черповику заплатили за рекламу магазина. Да, понятно, плюс. Вениамину тоже Старклайн проплатил. Ну, это да. Смотришь Вениамина? Ну, чего, тренера мало платят. Такой, ой, какой там ракетка Старклайн, Т-34. Ну, ты видел ее, кстати, как она? Да пофиг, ну, там какие-то китайские накладки взяли там, доказали, что напишите Т-34. Какой реактор, да? Это прям... Переработал тут. Блин, я не буду. Моя сыпь, мне эти дурацкие врачи.